Елабужский институт КФУ посетили маленькие гости столицы Татарстана. Студенты детского университета КФУ приехали в Елабугу не просто покорять новые вершины, но и порадовать организаторов особенным подарком. Мы привезли небольшой сюрприз для воспитанников филиала детского университета при КФУ. Это лекция нашего юного профессора Антония Свердрупа. На данный момент он читает лекцию по методам шифрования. Я надеюсь, что после этой лекции дети не будут шифровать свои послания родителям. Юный лектор свободно держался перед сверстниками и смело рассказывал ребятам о себе и своих интересах. В 3 года Антонио начал читать книги на русском, а в 5 лет – на английском. Сейчас мальчик учится сразу в 3 школах – английской, музыкальной, художественной, ну и, конечно, в детском университете КФУ. С недавних пор маленький гений сам выступает с лекциями, например, рассказывает детям и взрослым о выделении ДНК из овощей и фруктов в домашних условиях. А на встрече в Елабуге он рассмотрел методы шифрования информации. Веселые человечки, азбука Морзе, древнеегипетский символ. Все эти шифрования маленькие елабужане с интересом изучали под руководством юного профессора. Это человечек, стоящий на голове. Весьма забавно. Сегодня к нам из Казани приехал мальчик. Его зовут Антонио. Ему 12 лет. Но несмотря на это, он ведет лекции. Он научил нас шифровать слова, а я своих подруг научу шифровать. В этот же день маленьких студентов из Казани ожидала экскурсия по достопримечательностям города и знакомство с историей Елабуги. Анастасия Иванова, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Айдар Салихов, Универньюз.